эти игры, наверное, с «Снежными барсами» – это подготовка, работа, наверное, всего сезона. В какой хоккей команда хочет играть, что требует от нас тренер, какие-то наработки. Ту тактику большую часть выполняли, я думаю, какие-то удаления, дисциплина немножко от, наверное, большего желания. Очень много ребят сменилось, но новые ребята все хотят доказывать. Я думаю, что после там, череды игр найдем свою игру, придет дисциплина и будем показывать только положительный результат. Ну, молодежь – это всегда это желание, это агрессивность, это молодость, она никуда не уйдет. Лезут под кожу, это новое поколение Бориса. Это будущее, наверное, Бориса, которое будет играть, да и всего Казахстана. Будут поднимать уровень чемпионата Казахстана. И они, конечно, они пытаются цепляться. Есть моменты, когда залазит все-таки под кожу, все получается. Но вот это хоккей где-то ребята подсаживают. Но я думаю, что у ребят большое будущее, у них все получится. Дорогие болельщики, это начало сезона. Много ребят новых, мы стараемся, все разговариваем постоянно, готовимся к каждым матчам, хотим показать результат, который достоин как штаб, это чемпионство. Мы идем к этому изо дня в день, у нас все получится, если будем все вместе, болельщики и команда. Да, ну, против такого соперника тяжело играть, они более мастеровитые, но мы не отчаиваемся, мы выходим всегда на битву. И стараемся биться до конца, несмотря ни на счет, ни на что, никаких оправданий у нас не должно быть. Должны выходить и просто биться. Ну, мы, наверное, сами допускаем свои ошибки, сами привозим какие-то нелепые голы, где можно было доиграть. Не доигрываем. Пройдет время, я думаю, будем намного сильнее. И еще поборемся. Ну, мы будем настраиваться на победу, биться и доказывать, что мы не просто так в этой команде. Спасибо болельщикам, что приходите, поддерживаете нас, мы вас слышим. Хотелось бы больше шума, чтобы на трибунах не просто сидели, а поддерживали, подбадривали нас, и мы будем играть для вас.